планах сохранить накопленный опыт, сохранить аудиторию читательскую и сделать газету полезной для наших читателей, чтобы они находили там ответы на свои вопросы, свои нужды. Это какие-то изменения в законодательстве, это какие-то льготы, которые они могут и имеют право получить. Ближайшая перспектива, возможно, создание или обновление того сайта, который уже существует, для того, чтобы привлечь еще больше аудитории, молодое поколение, чтобы они участвовали в жизни города, помогали ему, интересовались этой жизнью.